Итоги подведены. Награда, наконец, нашла своих героев в Большом зале областной филармонии. Сегодня чествовали победителей и призеров ежегодного конкурса «Лучший по профессии». В общей сложности 30 человек получили дипломы, а также денежные призы. За третье место полагается 150, за второе – 230 и за первое – 400 тысяч рублей. В этом году сильнейших выявляли в 10 номинациях. За победу боролись специалисты из разных сфер. Это аграрный комплекс, дорожное хозяйство, строительство, текстильная промышленность. Экспертное жюри определяло лучших среди представителей компаний, осуществляющих деятельность на территории региона. В 2023 году за победу боролись более 200 участников. Теперь победители представят Пензенскую область уже на испытаниях федерального уровня. Мы выявляем и поощряем именно рабочих специальностей, именно ведущих секторов экономики нашей Пензенской области. Уверен, что еще долгие годы, десятилетия у нас здесь на Пензенской земле этот конкурс, который был 11 лет назад заложен и в первый раз проведен Василием Кузьмичем Бочкаревым, будет продолжаться, сохраняться и развиваться. От этого мы только приобретем. Приобретем, прежде всего, профессиональные высокомотивированные кадры, которые укрепят все сферы нашей экономики. В общей сложности за 11 лет существования конкурса в нем приняли участие свыше 3000 человек.